Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печень. Ребята, от этой розочки идет обалденнейший запах. Розочки идет обалденный запах. Утром, когда выходишь на улицу, подходишь, и ароматный запах. Я обалдею, ребята. Смотри, какая красота. Обалдеть. Это удалить. Это удалить надо. И это удалим. Это жена будет ругаться. Ай! Опа! Смотри. Смотри, какая красота, а? Ну не красота, ребят. Розочка очень-очень красивая. Эта розочка у нас обычно вырастает до 2 метров в высоту. А в этом году побывала и в мороз. 22-23 мая и 19 июня. Сильно градом ее побило, но она выстояла. Розочка выстояла наша. Наша красавица. Здесь растет еще одна красавица. Это тоже розочка красавица. Ай-яй-яй-яй-яй. Красавица. Красавица моя. Жена подходит к ней. Говорит, ты моя красавица.